Середина марта. Дорожки еще все в снегу. Так, вот это мое топливо. Осталось тут немножко. Но я думаю, до тепла я дотяну. Сэкономила. Ну, вот так. Так что, вот так. Этого хватит, я думаю. А потом буду заказывать новые дрова прошлого года. Подписывайтесь на мой канал. В городе столичном было интересно жить, а в деревне свои прелести, свои законы, свои проблемы.